снова всем привет. У нас сейчас в гостях наши индийские гости. И первый вопрос. Какую компанию вы представляете и какой продукцией занимаетесь? So they want to know what's the name of your company and what do you do? My company name is VP and Sons. We are into exports of raisins, spices and sesame seeds from India. Ну, компания называется VPN Essence, и они занимаются импортом продуктов из Индии, таких как изюм, кунжут и турмерик, и другие специи, фенхель. А какие цели перед собой ставите на этой выставке? What is your goals to be here for in this exhibition? Majorly to find customers who are importing sesame seeds, raisins, peanuts from India. And also spices. Они хотят найти клиентов из России, которым они смогут импортировать свой продукт в Россию. А в какие страны уже импортируете ваши продукты? With which countries you already working? Currently we are working with USA, Europe, Middle East, Far East, most of the countries. And now our focus is towards CIS countries like Russia and Ukraine. Они работают со множеством стран по всему миру, и сейчас они хотят расширить все-таки свое сотрудничество с Россией и с Украиной. Уже второй день выставки проходит. Что-нибудь уже успели совершить, договора подписать с кем-то или еще что-нибудь в этом духе? He's saying that it's already second day of exhibition, and maybe you already made some good deals with someone. Yes. We have got good footfalls here, and we have been getting good response so far, and looking forward to establish more business. Да, уже было сделано несколько договоренностей и сделано хорошее знакомство, и они как бы ожидают хороших результатов. Спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.